Следователи в Приморье выясняют обстоятельства летнего шлюпочного похода, небезопасного сплава на шлюпках детей в акватории Приморья, в результате которого специалистам МЧС пришлось спасать 37 детей. Во вторник на брифинге главный инспектор ГИМС Приморья сообщил журналистам, что организация, назвавшая себя «Юнармия Владивосток», организовала для 37 детей и 5 взрослых поход на шлюпках из бухты Навик на острове Русский в бухту Баклан Хасанского района. Путь составляет около 50 километров. В результате ненадлежащей организации шлюпочного похода от острова Русский до побережья Хасанского района Приморского края были поставлены под угрозу жизнь и здоровье 37 несовершеннолетних его участников, а также потребовалась помощь спасателей. Следственными органами организована доследственная проверка. По словам сотрудников МЧС, предприимчивые горожане сами организовали поход. В итоге организаторы вместе с детьми вышли из бухты Навик и пересекли Амурский залив. Когда они стали подходить к Безверхово, несовершеннолетние устали грести и выбились из сил. Участники похода связались с ГИМС. Поскольку никакого сопровождения у шлюпок не было, к ним были направлены катера. Детей в итоге разместили на базе отдыха «Теплое море», где они смогли поесть и переночевать. Нам пришлось на это реагировать катерами, затем глава Хасанского поселения быстренько провел переговоры с Теплым морем, базой отдыха. Теплое море предоставило им полностью, туда их подтащили, полностью место обогрели, накормили. Организаторы мероприятия не проинформировали заранее о своих планах МЧС и уже в море создали угрозу жизни участникам похода, который, кстати, был устроен на платной основе. Более того, оказалось, что организации под названием «Юнармия Владивосток» и вовсе не существует. Об этом спасателей проинформировала прокуратура. Следователи намерены установить обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Алексей Заровны. Новости на Восьмом.